Не знаю, вот мне танк понравился. Так что от меня 8 из 10. Несмотря на то, что первое орудие это щебнемет, вот название даже сложно дать им. Я бы назвал, наверное, его... Вы знаете, я бы назвал его черепаха. Вот есть в нем что-то это вот. Черепаха, да. Я его щебнеметом все время называл, но последнее орудие, оно хорошо пробивает противников. Даже третьего уровня может покусать. Поэтому там уже щебнем и не пахнет. Просто мы долго сидели на первых орудиях. Если играть вот в эталонной комплектации, это черепаха. Черепаха по той простой причине, что скорости почти нет. Особенно если вам легко выбить двигатель. Вы уже начинаете двигаться, как мне сказали, со скоростью Мауса. То есть тяжелого танка. Поэтому это вот черепаха, он прям вот такой весь. Попробуй попади. Бронированный, медленный, зато вот как бы стойкий и кусучий. То есть, если нужно, может за себя постоять. Поэтому 8 из 10. Отличный танк, но именно позиционный. То есть, это танк, который должен занять удачную позицию, окопаться, вести бой и потом подтянуться к основным силам. То есть, как бы, если скоростной танк ему зайдет в тыл, будет очень тяжело. Мы так и иногда погибали. То есть иногда нам получалось нивелировать атаку быстрого танка, если танкист неопытный, да, то есть чтобы он не смог зайти нам в спину иногда. Мы не могли этого сделать, и наше орудие просто уже ничего не могло попасть в противника. Поэтому черепаха 8 из 10. Позиционный танк с низким силуэтом. С удовольствием поиграл. Сейчас посмотрим результаты. За сегодняшнюю трансляцию 64 сражения. 64. Ручка бы еще писала. Вот. 54 сражения. Сражения. Из них сейчас мы узнаем, сколько было побед. Да, ребята, сегодня мы выбили уровень мастера. Так что это танк с изюминкой. Все-таки мастера я после Амара нигде не выбивал. Поэтому это о чем-то договорит. Сегодня, ну, в принципе, неплохо. 31 победа. Так, победа. 31 получается на 33 поражения, да? 33 поражения. Поражений побольше, несмотря на то, что мы сегодня взяли мастера. Посмотрим итоговое значение. Я наконец-то узнал, где это смотреть, чтобы не подымать листочек. Вы заходите в достижения. Техника. Вот здесь как раз фиксируется, что мы выбили на этом танке мастера. И здесь показывают общий показатель техники. Сейчас мы здесь найдем. Где-то здесь есть. Сколько было? Всего боев 109. Удивительно. Неплохо так. Так, общий показатель 109. Сражений. А, да, ребята, 30, 32, 32 поражения, была одна ничья. Хорошо, я вспомнил, одна ничья была. И вот здесь мы сейчас найдем с вами показатели побед к поражениям. Только где они? Я же видел. Странные. А, надо навести вроде, да? Вот, надо наводить на это число. 49 побед на 59 поражений и одна ничья. Ну, показатель не самый, конечно, топовый, но это, ребята, орудие. А орудие, вот последнее, если вы получаете, то, конечно, комфортнее играть становится. Но мне танк понравился. Несмотря на то, что побеждать на нем было непросто. На 59 поражений. Поражений. И одна ничья. Взгляну, если что дополнить. Вот, Ксандра написал, сейчас поделюсь об этом танке. Тоже поделился своими впечатлениями. По сравнению с предыдущим танком, этот мне показался более хорошим, что ли, 7 из 10. Да, он медленный, но возможность правильно использовать местность и возможность стрелять очередью, которая пробивает, это позволяет хорошо научиться за него играть и получать удовольствие. Так что вы от меня 8, от зрителей 7 баллов.
Очень интересный опыт. По сути, первый танк с очень малым силуэтом, который позволил нам получить интересный боевой опыт. Таковы итоги на Т-60, который мы прозвали Черепахой.